Объемы финансирования программы по строительству индивидуального жилья на селе будут увеличены уже в этом году. Об этом в ходе встречи с депутатами окружного парламента заявил глава региона Александр Цибульский. На год больше. Парламентарии окружного собрания планируют принять поправки в устав региона, который увеличит срок депутатских полномочий с 4 до 5 лет. Единым фронтом. Активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком округе примут участие в предварительном голосовании «Единой России». О своих программах участники праймерис рассказали в ходе брифинга. Выпил, не садись за руль. В окружной столице обсудили меры, которые бы позволили победить пьянство за рулем. Только с начала этого года сотрудниками ДПС было остановлено более 60 водителей, севшими за руль, будучи под градусом. Здравствуйте. С главными новостями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Глава Ненецкого округа распорядился увеличить расходы на строительство жилья на селе. Договоренности в вопросе дополнительного финансового обеспечения программы строительства индивидуальных жилых домов достигнуты между губернатором и депутатами регионального собрания в ходе рабочей встречи. Программа, предусматривающая предоставление социальных выплат на строительство или завершение ранее начатого строительства индивидуальных жилых домов в сельской местности, в народе она получила название 30 на 70, реализуется в Ненецком округе с 2009 года. При этом 70% расходов на возведение собственного дома сельчанам компенсирует бюджет округа, еще 30% составляют собственные средства граждан. За 8 лет реализации программы общая сумма компенсационных выплат превысила 350 миллионов рублей. В разные годы объемы финансирования программы менялись. Самый большой объем компенсации, а соответственно и количество построенных в рамках программы домов, пришелся на первый год ее действия – более 56,5 миллионов рублей. Выплату в 2009 году получили 39 семей, большинство из них – жители Приморско-Куйского сельсовета. В последующие годы объем финансирования программы менялся и достиг своего минимума в 2016 году. Около 15 миллионов рублей были распределены всего между 7 семьями – Хариверского, Канинского, Пёрского, Приморско-Куйского и Тиманского сельсоветов. Программа софинансирования строительства жилья востребована среди сельских жителей и сегодня, но не все могут ей воспользоваться, поскольку не у каждой семьи есть средства на счетах в размере 30% от стоимости строительства. Необходимо посмотреть, чтобы вот первоначальный взнос, вот эти 30%, которые были, не обязательно, чтобы деньги были на счете. А за счет этих 30%, чтобы они могли сами уже приобрести или строительный материал, или какое-то оборудование для того, чтобы в дальнейшем уже строить. Вот это вот такая просьба жителей. Вместе с тем Наталья Кардакова предложила внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, которая регулирует порядок предоставления компенсационных выплат. По мнению главы региона, этот вопрос нужно обсудить на разных площадках с жителями сел, с главами и депутатами сельских муниципалитетов, с общественностью. Сегодня в очереди на получение компенсационных выплат на строительство или завершение строительства индивидуальных жилых домов в сельской местности состоят 49 семей. Объем средств, предусмотренных на реализацию программы в текущем году, составляет 18 миллионов рублей. Это хороший инструмент для того, чтобы мы могли в рамках этой подпрограммы работать и действительно строить на селе жилье, потому что если в городе эти проблемы решаются в рамках процентной ипотеки, у нас существуют другие инструменты, то в сельской местности фактически у нас вот только такая подпрограмма, которая позволяет действительно помочь сельским жителям решать свои проблемы на селе и закрепить и кадры, и жителей на территории. Александр Цибульский в ходе диалога с представителями фракции «Единая Россия» в собрании депутатов Ненецкого округа заверил парламентариев в том, что программа продолжит свое действие, а объемы ее финансирования будут увеличены уже в этом году. Я только дам поручение предусмотреть 10 миллионов рублей для того, чтобы ее стартовать, а в дальнейшем посмотрим по количеству участников, если они будут увеличиваться, то посмотрим, исходя из бюджетных возможностей, может быть, тогда увеличим финансирование этой программы. Но действительно, село должно жить, это такая наиболее ответственная программа, которая предполагает финансирование со стороны жителей, и с другой стороны, это нам дает возможность реально решить те жилищные проблемы, с которыми сегодня наши селяне сталкиваются. Выполнить поручение губернатора профильным органам власти предстоит в ближайшее время, как только будут сформированы очередные поправки в региональный закон о бюджете. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В Ненецком округе может быть восстановлен 5-летний срок полномочий региональных парламентариев. Соответствующая поправка в устав округа, внесенная депутатами, была одобрена постоянной комиссией собрания депутатов по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Ранее, в 2014 году, окруженными депутатами, срок работы парламентариев был сокращен до 4 лет в связи с введением единого дня голосования, в который одновременно проходили выборы губернатора округа, депутатов окружного собрания, горсовета Нарьян-Мара и в некоторых муниципальных образованиях. По мнению докладчика, председателя комитета Александра Лутавинова, в настоящее время потребность внесения изменений в устав Ненецкого округа вызвана необходимостью синхронизировать по времени выборы депутатов в Архангельское областное собрание и собрание депутатов Ненецкого округа, что, соответственно, подразумевает экономию финансовых средств. По итогам обсуждения вопроса комиссия рекомендовала комитету принять поправку сразу в 2 чтениях. 15 активистов Общероссийского народного фронта в Ненецком округе примут участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам кандидатов в региональный парламент и Архангельское областное собрание депутатов. О том, с какой программой идут на выборы, кандидаты рассказали журналистам местных СМИ в ходе брифинга, прошедшего в штабе регионального ОНФ. Предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в окружное собрание депутатов и Архангельское областное собрание пройдет 3 июня. Активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком округе примут в нем активное участие. Из 15 человек, прошедших регистрацию, 13 намерены побороться за места в региональном парламенте, 2 в парламенте Поморья. Участники – это наш актив. Это люди, которые активное участие принимали в мониторинге, который проводит Общероссийский народный фронт. В рейдах, которые поднимали острые вопросы, которые стоят перед населением нашего округа, добивались справедливости, вели контроль за действиями окружной власти, принимали активное участие в контроле над выполнением указов президента и решений президента на территории Ненецкого автономного округа. Среди активистов ОНФ, идущих на праймерис в региональный парламент, Светлана Мащенко. Уроженка Ненецкого округа отмечает, что к участию в предварительном голосовании ее сподвигла трагедия в Кемерово. Лично я проинспектировала все учреждения в округе, знаю проблемы каждого отдельного объекта защиты. Только по пальцам можно подсчитать учреждения, которые на 100% соответствуют основным требованиям пожарной безопасности. В остальных случаях директора, заведующие бьют тревоги, составляют сметы, запрашивают деньги. И только в 40% случаев эти сметы удовлетворяются. В результате наши дети, наши пенсионеры, вообще наши жители округа посещают учреждения образования, дополнительного образования, здравоохранения с нарушениями требований пожарной безопасности, что в результате может привести к трагедии. На создание условий для социализации людей с ограниченными возможностями в своей программе делает упор еще один участник праймерис Виталий Хабаров. Что на сегодняшний день мы сталкиваемся как с, скажем так, бюрократическими барьерами, так и с барьерами чисто социальными, то есть такими, как отсутствие возможности человеку с ограниченными возможностями здоровья получать качественное образование в той норме, которую он заслуживает. Да, это невозможность. Человек с ограниченным возможностью здоровья беспрепятственно выйти на улицу. Поэтому первостепенно наша задача, в том числе и моя, это дать максимальный спектр возможностей для полноценного, успешного развития в обществе человека с ограниченным возможностью здоровья. Среди задач, которые необходимо выполнить в первую очередь, Виталий Хабаров отметил создание в Нарьян-Маре зоны отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также интерактивных приложений, с помощью которых инвалиды могли бы общаться с органами власти. Обратить внимание на лиц, ведущих традиционный образ жизни, намерен участник праймерис Анатолий Талеев. В нашем регионе уже давно назрела необходимость разработки программы по оленеводству, которая бы включала в себя такие моменты, как меры социальной поддержки этих лиц, которые занимаются оленеводством, строительство жилья для оленеводов, чем работниц, решение производственных проблем, подготовки кадров, ну и тому подобное. Вот одной из задач основной, считаю, что такая программа должна в округе родиться и должна эффективно работать. Еще одна задача, которую ставит перед собой участник праймерис – строительство жилья на селе и благоустройство. Кроме этого, участники праймерис «Единой России», выступающие от регионального отделения Общероссийского народного фронта, намерены решать проблемы в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта и других направлений.
Жители округа с низким доходом обеспечат цифровыми ТВ-приставками за счет бюджета. Такое решение принято в ходе заседания администрации Ненецкого округа по поручению полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Новый вид соцпомощи будет оказываться в натуральной форме, то есть для семей и одиноко проживающих граждан, относящихся к категории малообеспеченных, будут приобретаться комплекты оборудования для приема цифрового эфирного общероссийского телевидения. Право на бесплатное получение оборудования будут иметь семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. Это 20 584 рубля. Как пояснил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО Сергей Свиридов, мера соцподдержки носит заявительный характер. Спасибо. Третий вопрос. Выдача оборудования будет осуществляться отделением социальной защиты населения, то есть, соответственно, и принятие заявления также данным учреждением. На сегодняшний день государственную социальную помощь получает 428 получателей. Мы рассчитали, исходя из 500 человек. Предлагается максимальную стоимость оборудования установить до 2000 рублей. Средняя стоимость, вот мы провели анализ на рынке, который представлен в округе, оборудование стоит от 1000 до 2000 рублей. Среднее мы взяли 1664 рубля и посчитали на 500 человек. Телеканалы, вошедшие в первый мультиплекс, это 10 российских общедоступных каналов, могут принимать 96% жителей Ненецкого округа. На сегодняшний день сигнал доступен во всех сельских населенных пунктах, за исключением Шойны, островных поселков Бугрино и Варнак. Трудности с приемом сигнала также возникают в поселке Вучийске, в деревнях Верхняя Пеша, Волоковая, Волонга и Кия. Пользователям цифрового оборудования в Наринмаре, поселке Искатели и частично в селе Тельвиска доступно вещание 20 общероссийских каналов в высоком качестве. Более 2000 административных правонарушений зарегистрировано сотрудниками ГИБДД Ненецкого округа с начала этого года. Из них 65 были совершены водителями в состоянии алкогольного опьянения. О профилактике правонарушений на дороге говорили сегодня в городской администрации. В выездном мероприятии, организованном окружной прокуратурой, приняли участие сотрудники ГИБДД, представители власти, городского суда и другие заинтересованные лица. За прошлый год в Ненецком округе зарегистрировано 40 ДТП, в которых погибло трое, пострадали 48 человек. С начала этого года 9 дорожных происшествий. Один человек погиб, 9 пострадали. В основном ДТП на улицах округа происходят по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. 40 человек с начала года по этой причине лишились водительского удостоверения. Но это не мешает им снова садиться за руль пьяными, ведь машина остается при них. Одной из мер, которая остановит таких правонарушителей, отмечают участники встречи, может быть конфискация автомобиля. Данный вопрос рассматривался на законодательном уровне, и нами только поддерживается данная инициатива, что да, действительно имеют место факты, когда водители оформляются за управление в нетрезвом состоянии, автомобиль помещается на штрафстоянку, потом забирают водители данное транспортное средство со штрафстоянки и повторно попадаются опять же в управление данным автомобилем. В целом по округу количество ДТП с участием пьяных водителей остается стабильным на протяжении последних лет. Полицейскими с начала года проведено 14 мероприятий, направленных на их профилактику. В практике сотрудников ДПС есть и такие случаи, когда одного и того же пьяного водителя задерживали дважды за один день. 11 февраля гражданин С был остановлен в 1:20, задержан сотрудником ГИБДД за управление автомобилем в состоянии опьянения. В тот же день после составления административных материалов в 9:45 гражданин С вновь был задержан сотрудником ГИБДД за управление тем автомобилем в состоянии опьянения. Такая же ситуация произошла и 21 июля 2017 года с гражданином Н, который также управлял автомобилем. Был отстранен от управления, были составлены документы, в нем уже в его действиях имели состав преступления, так как он был до этого лишен. В 9:45, буквально через 8 часов, он опять был задержан сотрудником ГИБДД. В 2017 году осуждены за езду в пьяном виде 44 человека. А с начала этого года возбуждено уже 11 дел. Как говорят правоохранители, виновных всегда накажут. Но в первую очередь безопасность на дорогах зависит от самих автолюбителей и их личной ответственности. А также напоминают о недопустимости пьяной езды. Кроме этого, полицейские призывают автомобилистов быть бдительными на дорогах в связи с окончанием учебного года. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».
Сотрудники окружной госавтоинспекции Андрей Бугорский и Дмитрий Ермошкин задержали грабителя. 15 мая во время профилактического мероприятия «Ребенок на дороге» инспекторы несли службу в районе дома номер 13 по улице Губкина. Внимание инспекторов привлек молодой человек, за которым бежал продавец магазина. Камеры видеонаблюдения, установленные на самом магазине и на здании Ненецкой коммунальной компании, зафиксировали момент погони и задержания. Вот и в момент осуществления надзора за дорожным движением обратили внимание, что с правой стороны от нас бежит молодой человек в серой курточке, и за ним метров 5 от него бежит другой молодой человек. Услышали, когда они метров 20-30 от нас были, услышали, что гражданин, который бежал сзади, кричал «стой, отдай». Вот, приняли меры к задержанию гражданина, и впоследствии выяснилось, что он совершил кражу куртки из магазина. Молодой человек, работник магазина, попросил вызвать дежурную часть с целью написания заявления о краже. Вот, оперативно сообщили в дежурную часть, прибыла следственно-оперативная группа. Вот, и впоследствии мы со следственно-оперативной группой достали гражданина уже в участок для разбирательства. Сотрудник магазина уверен, молодой человек действовал не один. Они вдвоем были не в состоянии. Они пришли в магазин. Один отвлекали девушку, а вторые уже, взял кофту, под куртку засунул и побежал на улицу. Я за ними, я говорю, стой. Как выяснилось, мужчина, пытавшийся совершить открытое хищение, находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении его возбуждено уголовное дело. Благодаря правильным действиям сотрудников отдела ГИБДД преступление удалось раскрыть по горячим следам. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И в завершении выпуска информация о паводке. Ледоход медленно, но верно подбирается к окружной столице. По данным, на 8 часов утра голова основного ледохода развивается на участке Усть-Воя-Березовка, что в 882 километрах выше Наринмара. Подвижки распространились до конец Бора, это 833 километра выше Наринмара. Ниже по реке ледостав с закраинами. В районе Щелия-Юра отмечаются подвижки и разводья. Голова местного ледохода развивается на участке Мещанская-Окунев-Нос, что в 224 километрах выше окружной столицы. Подвижки распространились до Медвежки. Ниже по течению ледостав с закраинами. В Юрмицах рост воды за сутки составил 99 сантиметров ледостав. В Оксино вода прибыла на 27 сантиметров. Закраины оцениваются в 1 балл. На Суле в Коткино уровень воды составляет 360 сантиметров. Рост за сутки 68 сантиметров разводья. На реке Пеша в Волоковой редкий ледоход. Рост воды за сутки составил 28 сантиметров. Такова была информационная картина к этому часу. Смотрите наши новости и оставайтесь в курсе событий.